знаков отличия, чтоб достичь величия, недостаточно личных убеждений. Поверь, это без сомнений. Величие начинается в душе, приходит незаметно налегке. В основном люди великодушны, приземлять душу не нужно. Он мечтал дотянуться до звезд, он мечтал отправиться в полет, разгадать тайны вселенной при своей жизни обыкновенной. Найти неземное вещество, найти живое существо и протянуть ему руку, не как врагу, а как другу. Спасительная сила вселенной. Спасительной силой рождения.